Сегодня мы в городе Тольятти на строящейся новой набережной. Строительство сейчас идет грандиозное. Здесь очень будет, я так предполагаю, прекрасно, и тольяттинцы будут очень довольны этой набережной. А я сегодня тоже внес небольшую лепту, установил свою скульптуру здесь. Скульптура называется «Прикосновение к древности». Это является моей творческой композицией, что отличает ее, в общем-то, от многих монументальных произведений, которые я до этого делал. То эту композицию я делал полностью для себя, она стояла у меня в галерее. Когда Вячеслав Валентинович Сонин увидел эту скульптуру, она ему очень понравилась, и он решил подарить ее вот городу Тольятти и установить здесь, на набережной. Я надеюсь, что когда набережная откроется и для тольяттинцев предстанет это все уже в законченном виде, то вот наша скульптура будет логическим завершением, в общем-то, прекрасной, грандиозной набережной. Вот надеюсь, что тольяттинцам понравится.